Добрый день, меня зовут Соловьев Николай, и в этом видео я вам расскажу о том, как я корректирую родовые травмы своих пациентов. С чего начинается работа прикладного кинезиолога? С чего начинается прием? Первое, начинается с визуального осмотра и диагностики пациента. Я смотрю на положение стоп у человека, в положении стоя. Я оцениваю взъем стопы. Я оцениваю, что у него одно плечо выше другого. То есть это характерные признаки нарушения осанки. Все эти характерные признаки чаще всего говорят о том, что у человека родовая травма, то есть полученная при прохождении родовых путей мамы. Поэтому определенные мышцы не работают и неправильно работают определенные суставы. На своем приеме первом я буду корректировать все, что связано с шеей. Второй прием будет посвящен региону таза. И третий, я уже буду работать с отдельными частями черепа, прикусом, определенными мышцами, другими проблемами. Диагностика продолжается уже, когда пациент лежит на кушетке. О чем мне это может сказать? Простые вещи. То есть я изучаю мышечные ответы на какие-то либо мои воздействия. Первое, я беру, оцениваю состояние мышцы и понимаю, что вот если я нажму ему вот с этой стороны шеи, человеку сразу становится неприятно. Есть болевые ощущения? То есть здесь мышца спазмированная, гипертонус, здесь она атоничная. Если при этом посмотрю секторы поворота головы, то есть подгибаю голову вот в эту позицию, поворачиваем голову влево, сектор поворота у нас вот куда, вправо, и он явно ограничен. То есть это мне говорит о том, что есть проблемы на уровне шейного отдела позвоночника. При таком нарушении шеи чаще всего у нас не работает какая-то связанная мышца. Чаще всего это пояснично-подвздошная мышца. Как она тестируется? Очень просто. Я прошу пациента развернуть ногу. Я давлю вниз, вы держите ногу. То есть мышца практически не работает. Я прошу человека приподнять голову. Поднимаем голову, давлю. Мышца включилась. Голову опустили, давлю. То есть этот простой прием мне позволяет найти зону проблематики, это длинные экстензоры шеи, которые я буду корректировать. Как я корректирую проблемы с длинными экстензорами шеи, чаще всего это подвыв так называемого атланта. Я прошу пациента поднять вот так голову, поворачиваю ее влево и подпираю с собой. Постукиваю определенным образом, с определенной частотой в нужный мне участок. Процедура абсолютно безболезненна, как бы странно это ни смотрелось. Потом, придерживая голову, произвожу постукивание, так называемые темпоральные воздействия, в другую часть черепа. Она подбирается тестовым путем. Зона простукивания. Опускаем голову, руку размещаем под затылок, пальцы этой руки ставим вот сюда, ставим. И я снимаю мышечную память, чтобы это уже не возвращалось. Результат моей работы. Насколько помните, здесь было болезненное нажатие. Нажимаем. Больно, нет? Не больно. Не больно. Подгибаем голову. Поворачиваем спокойно голову влево. Спокойно голову вправо. Видите, насколько изменились сектора поворота? То есть у нас был вот такой сектор поворота, а сейчас вот такой. То есть ограничение движения слева ушло. При этом вот эта тестовая мышца пояснично-подвздошная будет работать уже самостоятельно. Давлю. На этой ноге можно повиснуть. Очень важная вещь, как для женщин при определенных проблемах женского здоровья, так и для сохранения мужского здоровья.